Выходные дни для сотрудников ГИБДД, пожалуй, самое жаркое время. Пока остальные самарцы спешат выехать отдохнуть за город, инспекторы остаются следить за безопасностью на дорогах Самары. Минувший уикенд сохраняли порядок более 120 сотрудников ведомства, 64 наряда. Прошел масштабный рейд ГИБДД. На прицеле у инспекторов прежде всего водители в нетрезвом состоянии. Практика показывает, то, что в наступлении летнего периода зачастую выявляется водитель в нетрезвом состоянии гораздо больше, чем в зимний период. Задача комплексной четырехдневной проверки – снизить рост аварийности. Как отмечают инспекторы, результаты есть. За этот год количество ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, в которых пострадали люди, практически отсутствует. Но следят не только за водителями, находящимися за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но и за мотоциклистами, которые нередко игнорируют экипировку, а порой и вовсе оказываются за рулем железного коня без прав. Для этого в рейды выходит мотобригада, чтобы в случае погони шансы были равными. Контроль должен быть всегда. Все правильно делают, сотрудники все проверяют, тем более летом. Сейчас много детей, отдыхают, все правильно, ведь это нужно обязательно. Кроме того, в центре внимания инспекторов автобусные перевозчики и тонированные не по ГОСТу транспортные средства. Сотрудники ГИБДД напоминают, за такую модернизацию владельцу авто выписывают штраф в 500 рублей и выдают предписание на устранение затемняющей пленки. Мы хотим еще успеть в светлое время суток поработать так с называемой тонировкой. Также, да, выявляем водителей, управляющих транспортными средствами с тонированными стеклами передними, которые мешают обзорности с места водителя. Соответственно, то же самое проводим административные процедуры, пресекаем данный вид правонарушений. После рейда сотрудники ГИБДД подсчитывают количество нарушителей. Так, на прошлой неделе с четверга по воскресенье задержали 60 человек. Все эти водители находились в нетрезвом состоянии. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.